Арреру, мои маленькие любители, покушайте, мы продолжаем. Вон сколько у нас картошки появилось сразу, офигенно, офигенно, ребят. Чего у тебя по здоровью? Жить будешь. Ну, чтобы заражения не было. Сколько у нас всего картофеля? 75 всего? Что-то маловато. А хотя с такой фермы, то я думаю, нормально. А, вот еще 285 картофеля. Все нормально, ребят. Живем. Да, правда, склад забит. Просто под завязку. Ладно. Че, блять? Ой, бля. Выглядит внушающе. Беги. Бергест с астмой. Забавно выглядит. Еда у нас пока есть, поэтому беспокоиться не о чем вообще. Я построил тут склад, хотел на нем что-то делать, ага, делаю что-то на нем. Так, у нас в принципе есть дофига ресурсов, но пока что нет. Пока нет. Так, надо докопать сейчас склад по максимуму. Сколько он клеток занимает? 3, да? Вот это значит, я буду последний копать. А вот этот я не буду вообще копать пока что. Нам пока вот это вот пространство должно хватить. Ой, как тут сразу чистенько-то стало, я не могу прям. Там надо будет сейчас по планировке сделать приказ выкупить тут складское помещение. Ну, примерно вот так вот хватит, думаю. Да, вот так вот. И тогда вот эта штука переедет вот сюда прям. Противник нападает немедленно. Кстати, у вас тут до хрена. У вас тут раз, два, три. Это из-за светока мне, видимо. Ну, три тоже немного. Поэтому тоже должны справиться. Нападают немедленно, но сейчас подождем, когда они подойдут. Пельмени, иди сюда. Ну, в принципе, можно уже собираться. Давай, единички сюда идем. Хершел, поскольку у нас тоже важный член нашей колонии, давай сюда тоже. Сейчас будем их заманивать сюда. Наш импровизированный киллбокс. Тихо. Давай ты будешь у нас на скидку стрелять. Все в мыло, блядь. Торговец контрабанды, прикольно, но не вовремя. Оп, минус один. Ну попади, что ли, вы по нему, вы серьезно? А все, они убегают. Может, за ним погонимся, уебем его, нет? Как тебе такая идея? Так, а по здоровью что у вас? Не смертельно? Кишечная недостаточность? Вот ты. Очень сильно нам пригодишься. Хершел, захватываю ее. А его мы просто раздеваем. Так, здоровье. Через 0,5 часов. Печально. Давайте не будем. Два, стой так. Да, лечи. Выживи, пожалуйста, выживи. Выживи. Выжила. Она выжила, ура. Уничтожен желудок. Пельмень. Что ж ты делаешь, пельмень? Ты тоже сдох уже, ладно. Ничего страшного. Посмотрим, может ли она жить. Если сможет, то сделаем ее колонисткой своей. Если нет, так нет. А что вы тут делаете, леопардочки мои? Медведи с сумками, вы все серьезно? А где сам торговец-то? А вон они. Я, кажется, понял, почему так. Это не факт. Область строить, построить крышу вот здесь вот надо, потому что, типа, они на воздухе находятся. Может, из-за этого? Хорошо, иди поторгуй. Да, блядь, опять без... Ладно, ничего страшного. А, хряк умер, ладно. Не кажется ли, настало время строить, начинать, точнее, бронзовое производство? Пожалуй, я начну это делать, пока есть возможность. Блять, самый ненавистный мной ивент. Область, управление областями, новая область, расширить доступную область тьма. Прям ненавижу этот ивент, я не знаю, что с ним делать, куда от него избежать. Планировка, разрешая вам находиться в этой области, по ограничениям. В тьме разрешаю находиться, и питомцам я тоже разрешаю находиться только в тьме. Ненавижу, потому что они выламывают все двери. Постоянно. Особенно сейчас, потому что нету ничего у меня. У меня нету сейчас ни таких необходимых мне ресурсов, чтобы противостоять тьме, то есть нет в достаточной мере освещения. Все, выломили все двери, молодцы. Холодильник мне студите, блядь, пидор. Волчица охотится на хряка, вы серьезно? А пельмени иди сюда. Единичка, иди сюда. Ой, единичка. А, да, единичка, все правильно. Хершел, иди сюда. Все. Пельмени срочно, вот кровь из носу
работай. Надо тут на хотя бы одну дверь построить надо. Вот, блять, пидоры, свиньи, а. Пельмени, ну пожалуйста, заработай над дверью, пожалуйста. Сейчас все спизду. Мне кажется, умрет за кишечной недостаточности. А я не могу ничего с ней сделать, правильно? Ничего не могу я сделать, ладно. Она умрет рано или поздно. За кишечной недостаточности. Что же мне не везет так с колонистами, это ё-моё. Так. Вот сюда вот мы копируем сейчас все необходимое. Здесь мы оставляем приоритет максимальный. Тут ставим высокий, да. Тут будет у нас храниться оловянная руда и медная руда, которой у нас пока нет. А также тут у нас будет храниться вянный сплав в количестве 10 штук. Так, выплавить олово, делать до X. Меняем название на бронза. Искать везде, искать в бронзу, отнести на бронзу. Радиус поиска снижаем вот до сих. А и теперь выплавляем бронзу до X. Искать везде, искать в области склад 1. Не сюда. Здесь вот мы ищем бронза. Искать в области бронза, отнести на бронзу. Ограничим поиск до вот сих и до 100 штук примерно. Пока думаю, давайте лучше 200. Пока думаю, хватит этого. Да, я так и говорил, она умрет. Пельмень, ты можешь вот эту штуку сделать, а? Меня напрягает отсутствие дверей вообще, в принципе. Пельмень, ты куда побежал-то, блядь? Стирает? А чем тебе здесь не стирается? Сорвался у нас единичка, ничего страшного. А, у нас тут даже дверей нет, офигенно. Куда-то они делись чудным образом, опять эти ебаные. Тима, я даже не заметил, что ее тут выбили. Так, тут мы делаем склад небольшой. Запрещаем все, вообще все. Разрешаем одежду с максимальным приоритетом. Давайте сейчас всю одежду, которая у нас здесь есть, срочно переносим, перенесем туда. Тут у нас ее до хрена. Нихуй, я тут жила. Нет, не может быть такого. О, копать жилу. Всего-то? О, давай вот сюда вот иди. И подобываем немножечко меди. И вот тут вот два блока было бы вообще идеально выкупить. По идее, я могу уже выплавлять олово и делать уже бронзу. А бронза — это очень халявная замена стали. Ну, практически халявная. И вот он просто по КД клепает эти слитки. Бронзовый век. А, что я понял, тут не хватает очень сильно света. Давайте поставим здесь свет. В принципе, можно посадить лен. Если мы можем это сделать. Сейчас надо посмотреть. И пусть он потихоньку все растет, никому не мешая. К нам пришел чувак. Охуенно, все, вербуем, ничего не знаю. Так, ты и ты. Идите вдвоем сюда. Ничего не знаю, он пиздец, нам пиздец сейчас нужны колонисты, а он пиздец не то что был хороший, но просто, ладно. Его арестуем, думаю, и дальше посмотрим. Так, чё у тебя по здоровью? Блядь, через 3 часа смерть. Спасай. Ой, блядь, захватывай. Надеюсь, что успеете. Если нет, то это пиздец опять. Надеюсь, что она не кочурится. Да что у тебя по здоровью? Ушиб, укус, ничего страшного. Пожалуйста, спасите ее, пожалуйста. Там самое опасное, у нее кровотечение от стрелы. Лечить уже начал, да? Сука! А-а-а, как же вы меня бесите, а? Я уже сейчас согласен на любого колониста, похуй, я его буду обучать уже. С нуля. Че внутри 14 градусов? Ребят. Кыш отсюда оба. Почему тут 14 градусов внутри? Не понимаю. Наверное, потому что тут дофига градусов, да? Окей, давай тогда прикажем область убрать крышу здесь вот. Снова 30 градусов, как снаружи. А, вот, все, пошло. Пошло вниз. Фу, испугали меня, блин. Все-таки генераторы, которые много электричества производят, размещать прямо рядом с кухней была плохая идея. Все, наконец-то у нас холодильник закончен. Хотя бы в таком виде. Так, давайте вот здесь вот поставим низкий приоритет, а тут он будет обычный, да. И что заставит наших колонистов всех перетаскивать вещи туда. Я на нашем новом складе поставил бочечку, в которую я буду складировать все и ничего одновременно. Или, например, я буду 40 на 60... Вот, вот эти вот патроны я буду складировать и подобные вещи. Какие падающие обломки, вы что, ебанули, что ли? Ничего страшного, землетрясение небольшое было, но... Что ж теперь... Вообще, вроде как я землетрясение отключал, ну ладно.
Ребят, я очень временно, максимально временно поставлю тут делаться простое блюдо. 10 простых блюд я буду делать сугубо из картошки пока что. Пока что на этом станке, потому что больше не на чем.